парень ее у себя в ванной вызывал. Сначала шаги услышал. Потом скрип ножниц. А потом, он когда в зеркало смотрел, женщина в черном появилась прямо в зеркале. Девятнадцать детей в начале 20 века убило. К детям приходил призрак из зеркала. В народе ее прозвали «Пиковая дама». Пиковая дама, приди. Громче. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Произносить перед зеркалом. Она меня стрижет. Папа, не ходи туда. Это не я.